комфортным. По туризму хотел сказать Бабиков Дамир. Получается, как сказали ранее, у нас Серебряное кольцо есть, и нам надо больше развивать его и сделать Кандрыкуль центром республики для отдыха всей республики, получается. Чтобы все туда хотели приезжать и приезжали с нашей республики, с других республик. По туризму, да? Угу. И следующий? Следующий – это про промышленность. Громче. Про промышленность – это изображен пример кластера, как взаимодействуют все структуры. И образование должно взаимодействовать, и законодательная власть, и предприятия должны все вместе взаимодействовать, чтобы получилась связь, и был конечный продукт хорошего качества, и из этого будет повышаться качество жизни населения. Чтобы была взаимосвязь всех сфер. То, что сейчас и вроде пытается делать, был первый шаг. Нам был также задан вопрос, какой был бы обычный стабильный день в 2030 году? Вы сказали то, что помню, можно пофантазировать, идеализировать, так сказать. Как это будет, мы представляем? В общем, утро. Просыпаюсь в умном доме, в смарт-доме. Окна сами открываются, жалюзи по таймеру, потому когда мне нужно проснуться. Просыпаюсь от лучей, которые мне упали на глаза. За полчаса до этого по таймеру умная кухня начала уже готовить завтрак. Все приготовила. Просыпаюсь, иду в ванну, подвожу руку, стабильная для меня температура. Умываюсь спокойно, электрическая зубная, вот это все. После этого, ну особо нет, это будущее. Затем иду на работу, которой хочу заниматься. Все безопасно, в общественном транспорте. Возможно, дымоза от этого тогда не будет, но сейчас перспективно, как сказать, по трубам, которые поезда высотные, возможно, кто-нибудь слышал, на них спокойно, они высокоскоростные, на них добираюсь до работы, работаю целый день, возвращаюсь домой, иду, возможно, в молодежный досуговый центр, отдыхаю там, занимаюсь чем хочу, прихожу домой, ставлю таймер в умном доме, ложусь спать. Спасибо за внимание. Вопрос есть? Один? Да, я тоже хотел спросить. Я не могу принадлежать одной. Понимаете? Хорошо.